И при том неважно, потом это может все исчезнуть, раствориться. А то же самое, как мы приходим сюда, а потом растворяемся. Растворяемся, как облака. И все сразу меняется. И какая разница, что ты желал? Какая разница, что ты желал и чего ты хотел, когда ты стоишь на пороге? Когда есть только честность и искренность того, на кого ты смотришь, что еще нужно? Так объемно, глубоко, как это небо, полное воздуха. Вот мы лежим здесь, на Земле, а вот там уже все, вот тут начался космос. Космос. Вначале вы говорил, что наш союз — это как небо и Земля. Я, наверное, за Землю, да? В нашем союзе. Мне хочется, чтобы дети наши умели правильно... Нет, неправильно. Умели просто любить себя. И у меня даже была мечта создать курс для школьников, чтобы прямо с начальных классов у них была такая возможность проникаться, чувствовать себя. Для меня... это почему-то важно. И хочу, чтобы дети любили себя, они понимали с малых лет, про что это. И тогда они будут любить друг друга и любить своих детей и так далее. What a wonderful world it will be.
как он растет вообще? Вот очень интересно, как растут все камни. Они же растут, они же тоже живут здесь. Только длина их жизни гораздо больше. И тоже любопытно, как с людьми можно через камни разговаривать. Можно же давать вот камень в руку и спрашивать, как ты его чувствуешь? А что он тебе говорит? А это твой камень или не твой камень? Камень – это что? Слово, которое человек, или название, которое человек дал вот этому состоянию на Земле.